Да, но в этот раз они будут знать, кто мы такие. Будет тяжелее. Тем не менее, мы должны идти. Эти машины должны быть остановлены. Именно. Спасибо тебе, Дельта. Ну, и что же нам делать? Я думаю, что было бы лучше пойти как можно быстрее. Правда, мы не должны это откладывать, но есть одна вещь, которую я бы хотела сделать сперва. И что же это? Я бы хотела связать свою геометрию с вашей. О, спасибо. Как раз куда нам нужно. Теперь я смогу проникать и в геометрию Шарли. Церковь, вероятно, улучшила свою безопасность с того момента, как мы убежали оттуда. Если мы собираемся сделать это изнутри... Нет, если мы собираемся попасть внутрь, нам нужна очень сильная магическая песня. Так что я собираюсь дать вам мыслительный ресурс, который поможет вам в создании магической песни. Можешь, пожалуйста, объяснить таким образом, чтобы нормальный человек все это понял? Хорошо. Проще говоря, я собираюсь дать вам, ребят, еще новую магическую песню. Что, правда? Это круто. Стойте. Еще слишком рано праздновать. Ты не можешь ее просто вот так взять. Конечно же нет. Именно поэтому мы пришли в биошоп. Кису, я соединят свои сердца. Итак, мы сможем дать тебе возможность проникнуть в мою геометрию. Так, значит, мы проникнем в твое сознание, в твой разум, и там создадим магическую песню. Именно. Магическая песня является результатом создания мысли. Ты уже была внутри геометрии Касти. Точнее, Кису. Ты должен понимать. Заполучить магическую песню от меня... нет, чтобы заполучить магическую песню от меня, нужно сделать такой же процесс. Я соединюсь с Кису, и таким образом вы оба сможете... войти в мой разум. Затем, когда мое сознание захочет помочь тебе, магическая песня будет создана. Это означает, что мне нужно пойти в этот безумный мир, который создан в твоей голове? Нет, если ты этого не хочешь, просто я хотела бы убедиться, что я смогу вам помочь каким-либо образом. Окей, если ты не против, я бы хотела бы соединить мою геометрию с вашей, Кису. Ты не против?
Да мне все равно. Я тебя знаю давным-давно. Короче, я тебя знаю уже много времени. Так что я не думаю, что у меня есть что-нибудь, что я бы хотел от тебя скрыть. Удивительно. Я надеюсь, что ты почувствуешь то же самое после того, как увидишь мою геометрию. Хорошо, оставим все остальное на Биошоп. Готовы, когда и ты будешь готов. Я начинаю соединять свой разум с разумом Касти. Я начинаю соединять ваш разум с разумом мисс Касти. Хорошо? Да. Хорошо. Вы оба, закройте глаза. Окей. Соединяет их разум. Соединили. Привет, гуру. Сделано. Спасибо. В следующий раз, когда ты войдешь в геометрию, ты сможешь получить доступ и к моему подсознанию. Я не могу гарантировать, что ты сможешь сделать магическую песню, но тебе стоит попробовать, если ты будешь... внутри и будешь в этом заинтересован. Господи. Теперь я наконец-то могу проникать в геометрию шара. По сути, сейчас нас трое человек принимают участие в этом процессе. Ну что ж, погнали. А, стоп, нужно говорить с этим чуваком, я забыл. Проникнуть, да. Так, The Land Dead открыто. А. Появилась еще одна геометрия. Я могу проникнуть в архиепископа... Короче, плохих людей. Церкви. Ничего себе. Вот этот поворот. Кого я баню? Я знал, что это будет. Но все равно. Но в данный момент нам нужно проникнуть в кису и пройти ее первый уровень. Эй, Прим. В чем проблема? Обычно ты меня не зовешь. Я видел тебя в реальный мир. Понятно. Тогда, значит, она родилась. Думаю, да. Какая она? Она похожа на тебя, но ее личность полностью отличается. Ну, это имеет смысл. Я в курсе всего, что происходит в этом ментальном мире. Но она все еще юна. Она только родилась. Где-то глубоко в подсознании мы являемся одним и тем же существом. Но она еще не знает этого. Тогда это значит, что реальная Приму станет все больше и больше походить на тебя? Интересно. Люди и геномисы... оба больше под влиянием своего окружения, чем с подсознанием. Не, я сомневаюсь, что она станет такой, как я. Странное чувство.
Кроме того, Prim, которая была создана... Нет. Prim, которую ты видел, была создана из твоего... Из твоих... Нет. Угу. Несмотря на это, Prim была создана благодаря твоим собственным чувствам, Дельта. Позаботься о ней. Да, конечно. Стараюсь. Жизнь, созданная благодаря моим мыслям. Я думаю, мне действительно стоит о ней хорошо позаботиться. Да, удачи тебе, папаня. Окей. Так, мы тут остановились на то, что нужно пойти в замок Шарл. Погнали. А что такое? Кису, кису. Так ее зовут. Точнее, так ее главный герой зовет и друзья. Так ее зовут Касти. Что это за слово? Вау. Это чертовски огромный замок. Есть большая разница между этим местом и секретной базой детей. Дверь нету у меня. Откуда у меня может быть это говно? Мне вообще насрать на нее уже. Откуда у меня может быть? Мы ждали вас, Дельта. Когда будет, тогда будет. Тебе что, не втерпешь? Ожидали? Так. Ожидали вас. Ее святейшество. Касул. Великая. Ожидает. Хорошо. Дельта, ты наконец-то пришел. Подожди, что? Кису? Что с этой одеждой? Ты смущаешь меня. С каких пор ты начал меня называть этим очаровательным прозвищем Кису? Как будто мы любовники. А? Какой черта ты несешь? Блин, ты такой стыдливый. Я люблю тебя. Я люблю тебя, когда ты вот так стесняешься, Дельта. Похоже, у меня какое-то головокружение. Ваша светлость. Сейчас не время быть с ним слишком мягким. Вам нужно проинформировать его немедленно. Правда? Какой позор? Но в таком случае Дельта, может быть, никогда не сможет прийти к нам в гости снова. Ты прав. Ты права. Я полагаю, мы можем оставить время для забав после того, как поговорим. Верно? Да, это будет замечательно. А у меня есть право голоса во всем этом? О, да, я так счастлива! Ладно, теперь давайте приступим к делу. Господи. Я сейчас, наверное, с ума сойду. Послушай внимательно, Дельта.